случае фантастики Стивен Спилберг работал над списком Шиндлера в промежутках между съемками «Парка юрского периода». Так и эту сентиментальную картину должен был снять Дж... Ну что, поехали? У нас опять снегопад. Снегопад, зима. 3 января, ночь. Это улица Типанова. Здесь вообще срубили все деревья. Интересно так вообще, куда они делись. Было. Целую аллею деревьев просто срубили, не знаю куда вообще. Что им мешало, что ли, деревья? Жалко, может что-нибудь построить здесь, конечно. Вот здесь, улица Степанова. Ну, ничего пока, конечно, ничего не убирают. Аллейки вон здесь, скамеечки стоят. Стекло грязное. Жесть. Метет. Куда ты едешь-то, чувак, вообще? Офигеть. На красный. Стрелка должна быть на Типанова. А он разогнался. Вообще молодец, конечно. Что, новогодний город. Надо, конечно, снять будет его. Очень красиво украшено. Здесь это не очень, это проспект Славы, не очень видно. Каких-то украшений. А вот здесь уже проехался этот самый. Посыпали. Минус 3 градуса, по идее, не должно вот так. Грубо говоря, ну... В общем, солью все посыпано. Поэтому мокро. На дороге. Реагентами. А вон с ДЭК поехал, который камеру мне привез. Не, не камеру, а этот, как он, моноплод. Вон, фирма как раз, догоняем его. Интернет, доставка, короче говоря. Колбаса мокренько. Не знаю, видно или нет, но я думаю, что видно будет, потому что здесь освещено нормально. Xiaomi берет хорошо при таком освещении. Ну, чувак, давай, 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 поднажми. Камеры оштрафуют. Ну, что у нас там? Милиция, полиция? Нет. Просто люди заворачивают. А то здесь часто стоят. Там дальше. О, здесь тоже все посыпано. Аж здесь вообще лужи. О, нет, это другие службы.
камеры висят. И гайцы стоят. Ну так, на за ночь нормально засыпано. Засыпало хорошо. Площадь, не знаю, как называется. Кинотеатр Славы был когда-то. В общем, перекресток Славы и Бухарестской. О, ну пошли украшения. Вот так вот. Такие всякие фигурки красивые новогодние. Ну, город на самом деле центр. Потом видео попозже сниму, если успею. Что-то просто работы много. Вон они. Здесь и там. Может, вечером сегодня сюда поедем, снимем. Газпром, а это вот едет рядом стек с дек или стек с дек. Экспресс доставка, во. Молодцы они, неплохо доставляют. По крайней мере, не очень большой. Промежуток времени. Задержки никакая не было, по-моему, задержки. Ну, хоть и под Новый год все пришло. Поэтому без вопросов. Вообще молодцы. А это самый, как он, сортировочная. Дальше коньки. О, красиво. Всегда нравились мне эти коньки и поезда. Классно. Грязная.
А-то смысла нет ее мыть, потому что вообще вон, зеркало так видно, конечно, но камера не возьмет. Ну, грязь возьмет, стекло, конечно. Так что почти доехали до дома. Скользко, ну, я так особо и не гоню, нормально. Здесь такие простенькие. Надо будет по Невскому проехать. По Невскому, по Староневскому. Вчера ездили, так вообще здорово. Красота. Это Седова. Проспект Седова. Наверное, проспект все-таки. Да, конечно, проспект. А здесь вообще такой гололедик. Не успели мы на этот светофор, в принципе, ничего страшного. Ладно, пока-пока, это уже затянулось, видео длинное.